Это танк. Здесь находится танк сперматозоидов и банк для криоконсервации женских яйцеклеток. Почему? Которые можно регулировать желательную беременность и роды. 정말 안 좋은 영향을 끼치는 건 맞죠? 네. 태아에게. 절대적으로 태아뿐만 아니라 임신 준비 때 정전한 Всем привет, ребята! Это Кёнга. Сейчас я перед Сиулском станцией метро. Рядом с этими станциями есть много достопримечательностей. Например, Мёнгдонг, Намсан, Намдэмун. То сегодня мы туда не едем, а с вами мы поедем в больницу. Самые лучшие технологии в мире по лечению бесплодия. Так как я недавно, год назад вышла замуж, а мы с вами, естественно, разговариваем о вашей детях, рождение, род, еще беременности. Поэтому приготовила сегодня специально для вас такой контент. Если вы видите, вот там, это прямо больница, поэтому просто пешком переходим. Идем. Ребята, сейчас не видно, но там наш Намдэмун дворец находится. Ребята, знаете, что я вижу сейчас? Офигеть! Освещение при выходе – это очень необычное. Это больница, что ли? Я знаю, что вы уже хорошо знаете знак, марка КАФ. КАФ, КАФ, КАФ. О, ребята, смотрите, это лучи. О, я думаю, что это информация. И тут написано – это выход. Пойдемте. Ребята, розовые какое! Здравствуйте! О, здрасте! Вы говорите по-русски? Да, я здесь являюсь русскоязычным координатором. Ага. Меня зовут Ким Ги Хун. Очень приятно. Вы кореец или русский? Да, я кореец. Ребята, он говорит по-корейски, я тоже знаю корейский, но для вас мы разговариваем на русском языке. То часто приезжает СНГ страна пациенты, да? После открытия нашего центра нас посетили около 10 тысяч иностранцев из разных стран, и они получили лечение по бесплодию. О боже, это очень много. Для удобства наших иностранных клиентов у нас есть официальный сайт на русском языке, конечно, английском, китайском, монгольском, японском языках. Да. И также мы предоставляем услуги перевода каждому клиенту. Отлично! Как вы прошли? Возле входа у нас есть освещение. Да! Да, в нем заключается интересный смысл. Какой смысл? Если вы смотрите снизу вверх, тогда вы увидите яйцеклеток. Если смотрите сбоку, тогда вы увидите как будто головку и хвостик сперматозоидов. Я думала, просто освещение это очень стильное, но оказывается, там очень глубокий смысл. Да, давайте тогда я покажу вам нашу больницу, как выглядит красивый интерьер. О, поехали, пойдемте. Выглядит не как больница, да? Это как выставочный зал, не больница. Что за это место? Дизайн нашей больницы был выполнен всемирно известным дизайнером и архитектором Александром Мендини. Наша больница все больше стремится к цифровому оснащению. В основе интерьера прослеживается концепция комфорта для расслабления пациентов. Были использованы естественные овальные линии и свет для олицетворения женского тела. Что это? Это танк. Расскажите, что это вообще? Это стационарный биобанк. Здесь находится банк сперматозоидов для длительного хранения замороженной спермы в лучшем виде. И банк для криоконсервации женских яйцеклеток, которые можно регулировать желательную беременность и роды. Это банк 37. А почему именно 37? Женская фертильность начинает снижаться примерно к 37 годам. Поэтому мы создали банк яйцеклеток 37,
чтобы сохранить фертильность до 37 лет с помощью криоконсервации. Также есть банк эмбрионов. А расскажите, пожалуйста, как вообще сохранить эмбрионы? Да, эмбрион, оплодотворенное яйцо, хранится при сверхнизкой температуре, минус 196 градусов. Холоднее, чем в России, да? После временного прекращения жизнедеятельности при необходимости применяется метод размораживания. Если перенос эмбрионов невозможен во время определенного цикла, все эмбрионов подлежит криоконсервации во избежание серьезных осложнений и в будущем используют для безопасности попытки забеременеть. Я думаю, такой банк очень хорошо помогает паре, которая переживает бесплодие. Правильно. Да, очень хорошая система. Танк, банк. А, я знаю, это знак КАФ, марка КАФ, да? Это система КАФ, единственная система оценки и сертификации медицинских и немедицинских услуг в Корее. Правительство отбирает по различным строгим критериям медицинские учреждения, чтобы при посещении у иностранцев возникло ощущение надежности, доверия, комфорта и чувства удовлетворения. Система КАФ позволяет иностранным пациентам получить международные медицинские услуги, предоставляет лучшую медицинскую информацию, также защищает права и интересы наших клиентов. А понимаю, почему так многие иностранные пациенты приезжают сюда? Да. Да? Да. Что это? Это... Типа как электронные киоски. Русские? Я думаю, просто российские пациенты тоже могут испытывать то же самое медицинские услуги, как корейские пациенты. Правильно. Да, очень удобно. Тогда запишем вас. Ага. Так, у нас есть еще касса для иностранных пациентов. Давайте пойдемте. Да, для удобства обслуживания иностранных пациентов есть приоритетное окно ZDS, да, на кассе, где можно пройти регистрацию и оплатить прием вне очереди. Без очереди? Значит, не надо ждать наши пациенты. Отлично! Да, вы здесь уже записали консультацию. Перед тем, как начинать с доктором консультацию, у нас еще перед консультацией с медсестрой. Пойдемте в кабинет. Хорошо. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 처음 오신 거죠? 네. 여기는 초진 상담실이고요. 여기서 하시는 거는 주로 이제 그 다른 병원에 다니셨던지 아니면 그런 뭐 월경력이라든지 아니면 뭐 상과력 그리고 뭐 과거 병력이라든지 이런 거를 그 좀 그러니까 몇 가지 작성을 해주시면 저희가 전산에 입력하고 예, 그 다음에 이제 그 다음 순서로 안내를 해드리거든요. 네. 그래서 요거 몇 가지만 좀 작성해주세요. 네. 네. О, все на русском языке написано, поэтому без проблем вы тоже можете легко написать. 여기요. 네. 그 다음 단계는 이제 초음파를 먼저 보시는 걸로 안내해 드릴게요. 네. 네. это место для анализа УЗИ. И сначала наши клиенты здесь ради балки переодеваться, после этого проходить анализ УЗИ. Да, у нас, когда пациенты ждут, то у нас в этом зоне, каждый пациент имя здесь показывает. И очереди пациенты тоже могут узнать, у меня какой очередь. Хорошо. Давайте, заходите. Хорошо.
네, 안녕하세요. 민경아님. 네. 어, 맞아요. 저예요. 반갑습니다. 앉아보세요. 네. 선생님, 제가 네. 오늘 몇 가지 질문을 가지고 왔는데요. 네. 신혼부부인데 임신을 계획하시는 분들이 많더라고요. 임신을 하기 위해서 무엇을 준비해야 되는지 여쭤보고 싶어요. 여성분 같은 경우에는 초음파 검사나 호르몬 검사, 혈액 검사를 통해서 내과적으로 그리고 상과적인 건강 상태를 확인하게 되는데요. 우선 뭐 갑상선 질환, 뭐 당뇨, 고혈압 등의 기저 질환이 있는지 또 체크를 하고, 그리고 초음파를 통해서 자궁의 이상이라든지 난소의 상태를 확인을 하는 것이 중요하겠고, 그리고 남성 같은 경우에는 호르몬 검사나 정자를 검사를 해서 앞으로의 대비를 준비할 수 있도록 도와드리게 되는데요. 네. 여기서 두 부부 다 중요한 것은 혹시 흡연을 하게 된다면 절대적으로 금연을 꼭 해주셔야 되고요. 음주 같은 경우는 최대한 가급적이면 줄여주시는 것이 중요하겠습니다. 이게 정말 안 좋은 영향을 끼치는 건 맞죠? 네. 태아에게? 절대적으로 태아뿐만 아니라 임신 준비 때 정자나 난자에도 영향을 미칩니다. 아비자 주는 일죠. 제가 이 병원에 온다고 하니까 러시아 독자분들이 정말 큰 관심을 보여주셨어요. 이 병원에 오신 환자분들의 임신 성공률은 얼마나 될까요? 그걸 많이들 궁금해 하시거든요. 세계적인 그 생식의학학회에서 발표하고 제시하는 성과 지표가 있어요. 저희 센터의 이런 요소들을 분석을 해보면 목표로 해야 되는 벤치마킹 해야 되는 값에 준하는 값 혹은 그 이상의 성적이 나오고 있거든요. 그래서 아마도 세계적으로 우수한 성적이라고 말할 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 맞아요. 실제로 저희 독자분들 중에 오신 분이 있더라고요. 그러세요? 네. 그러면 외국인 환자의 경우 어떤 치료가 진행되고 또 치료기간은 얼마나 될까요? 저희 차이여성의학연구소에서는 난임 검사를 통해서 환자분의 상태를 확인하고 임신 방향을 설정을 하도록 하는데요. 우선은 자연임신인 배란인 확인, 그리고 인공수정, 시험관 대표적으로 있고, 이제는 반복 착사 실패나 반복 유산 같은 경험이 있으신 분에 대한 솔루션 제공, 그리고 착상전 유전 검사 등에 또 이제 필요한 경우는 같이 함께 하고 있습니다. 외국에서 오시는 분들은 이제 본국에서 치료를 좀 많이 실패를 경험하고 오시는 분들이라 대부분 시험관으로 바로 하게 되는데요. 크게 시술 과정은 난자 채취와 배아 이식으로 나눠지게 됩니다. 그래서 난자 채취 같은 경우는 생리 2~3일째 내원하셔서 초음파나 호르몬 검사를 하고 과배란 유도제를 사용을 합니다. 이 약제는 일주일에서 열흘 정도 맞게 되면 난자 채취 날짜가 잡히게 되고요. 채취된 난자를 정자와 수정을 시켜서 배아를 만든 다음에 이를 바로 이식을 하면은 신선 배아 이식이라고 해요. 이것은 난자 채취로부터 3일에서 5일 뒤에 바로 이식을 하는 걸 말하고 이렇게 만들어놓은 배아를 바로 이식하지 않고 다른 주기 때 이식을 하는 거는 냉동 배아 이식이라고 해서 배아를 해동해서 다시 이식하는 방법이라고 생각하시면 되겠습니다. 아니 너무 신기해요. 선생님, 저는 이 우리나라에서 이런 기술을 할 수 있다는 게 되게 신기한 것 같아요. 선생님은 이제 굉장히 많은 환자들을 만나실 거 아니에요. 그 중에서 좀 굉장히 기적적이었던 순간을 말씀해 주실 수 있나요? 최근에 기억에 남는 거는 이제 40대 여성이고 독일에 거주하는 한국인이신데요. 이분이 이제 30대 후반으로부터 시작해서 인공수정이나 시험관 같은 다양한 임신 시도를 하면서 여러 차례 실패를 경험하셨던 분이세요. 난자를 채취를 하고 그게 바로 수정까지 이어지고 임신까지 바로 된 이어졌던. 거예요? 네, 채취로부터 이식까지 한 달이 채 되지 않는 시간에 좋은 결과가 나왔거든요. 너무 신기해요. 네, 저도 정말 신기하고 기적 같은 순간이었습니다. 처음에 이게 불임 난임이라고 해가지고 저한테는 되게 거리감이 느껴졌거든요. 근데 뭔가 되게 신비스럽고 보시는 분들도 약간 희망을 얻지 않았을까. 사실은 난임 검사는 임신 전 검사랑 크게 차이가 나지는 않아요. 이제 그거를 보고 치료 시에 인공수정이나 시험관도 진행을 하는 거거든요. 그래서 자연 임신이 빠른 시기에 나지 않는 분들은 가급적이면 빨리 내원하셔서 상담해보는 것을 추천으로 하고 있습니다. 알겠습니다. 정말 좋은 말씀 감사해요. 진짜 도움 많이 됐을 것 같아요.
Ой, что за это место? Я бы просто мимо прошла, если не рассматривала. Да, у нас еще есть, можно получить консультацию урологии. Бесплодие – это не только женская проблема, мужская проблема тоже есть. Вот в целом, по статистике, по соотношению причин бесплодия, мужской фактор составляет 25-40%. Это немало. И проблема мужского и женского фактора одновременно составляет где-то 10%. Ничего себе! Это комната для диагноза и осмотра мужского бесплодия. Да. И еще эта комната отдельно разделяется от женской комнаты. Правильно. Поэтому мужчины тоже могут легко прийти. Конечно. И делать обследование, лечение, да? Легко и надо сюда проходить оба вместе. Да, а, женщины и мужчины оба вместе, да? Ребята, мне очень сильно понравился их сервис и их профессионализм. Если вы будете в Корее, даже у вас нет бесплодия, я советую приехать в больницу и проверить для извлечения. Если вы переживаете из-за бесплодия, то перед приходом отправив лечение, диагнозы, анализы, которые врачи сделали до этого, то можете легче пройти лечение. Кроме лаборатории женской медицины ЧА, если вы хотите посетить самые лучшие больницы в Корее, то я рекомендую обращаться в больницы, которые есть сертификат КАП. Как можно узнать? Это можете узнать в корейском единственном медицинском сайте. Прямо сейчас зайдете. Пока!